Дорогие друзья, меня зовут Виктор Судаков, и это наша программа «За гранью проповеди». Наша последняя передача про восхищение церкви вызвала немало дискуссий, и, признаюсь, я этому рад. Огромное спасибо всем, кто оставляет свои комментарии и делится мнением. Особенно, если вы это пишете не категорично, а с уважением к чужим мнениям. Я верю, что рассуждения даже на такие темы, которые до этого казались, ну, абсолютно ясными, не разрушают нашу веру, а наоборот утверждают. Настоящая вера и искренний духовный поиск не боятся вопросов. Некоторые в комментариях упрекают меня, что в прошлой передаче я сеял сомнения в восхищении церкви. Но я же не утверждал, что восхищения церкви не будет. Я просто показал, что учение о восхищении церкви как об отдельном событии довольно молодое. Ему около 200 лет. Некоторые сторонники восхищения церкви пытались отыскать эту доктрину у Иринея Леонского или в пастыре Гермы. Но при более детальном ознакомлении с этими трудами они убеждались, что там такого нет. Вообще учение о восхищении церкви как об отдельном событии нет в трудах богословов ранней церкви. А вот в этой передаче мы рассмотрим с вами вопрос, на который по-разному смотрели отцы церкви и по-разному смотрели многие знаменитые теологи. Сегодня мы поговорим об одном из самых сложных и самых спорных христианских вопросов. Бесконечны ли адские муки? Я думаю, у многих когда-либо возникал этот вопрос. Как Бог может отправлять людей на вечные мучения в аду и при этом оставаться любовью? Что об этом говорит Библия и что об этом писали апологеты ранней церкви. Поэтому не случайно сегодня надел такую красную огненную рубашку. Итак, начинаем. Само понятие «ад» возникло от греческого слова «hades», что означает «невидимое». То есть ад – это некое посмертное место, невидимое нами здесь. В синодальном переводе слова «ад» и «преисподняя» являются синонимами. В некоторых стихах Писания эти слова даже используются вместе. Например, Давид пишет: «Ибо велика милость твоя ко мне, ты избавил душу мою от ада преисподней». Видите, даже такое словосочетание – «ад преисподней». Друзья, сегодня мы с вами поговорим о четырех основных представлениях в христианстве об аде. Первые два взгляда основываются на том, что человеческая душа бессмертна. Первое представление об аде называется традиционным. Традиционный взгляд на адские муки является самым распространенным. Он широко представлен в католической церкви, в православной церкви и во многих протестантских деноминациях. Согласно этому представлению, ад – это место вечного наказания для неспасенных душ, которые будут там испытывать бесконечные страдания. Сторонники этого взгляда ссылаются на многие места Писания. Например, в Евангелии от Матфея в 25 главе говорится, что Господь отделит козлов от овец, в зависимости от того, насколько милостиво они поступали, находясь здесь на земле. Овец он поставит по правую сторону, а козлов по левую. И вот 41 стих гласит: «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону», ну, то есть козлам, «идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». И вот 46 стих еще: «И пойдут сии в муку вечную». И вот здесь сказано про огонь вечный и про вечную муку. Оппоненты на это возражают тем, что в Библии термин «вечный» довольно относителен. Он может означать вечность, имеющую начало и конец. Например, «вечный труд раба» означал в Библии всю жизнь. Он имел начало и имел конец. Также «вечный» может означать вечность, имеющую начало, но не имеющую конца. Например, «вечная жизнь искупленных людей». И «вечный» может означать вечность без начала и без конца. Например, «вечный Бог». Иногда в Писании термин «вечный» относится к чему-то древнему или к тому, что произошло когда-то в глубокой древности. Поэтому, утверждают оппоненты, слово «вечный» далеко не всегда означает «бесконечный».
Традиционалисты также ссылаются на Евангелие от Марка, где Иисус говорит про гиену огненную и произносит следующее. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». И вот опять сторонники традиционного взгляда указывают, огонь-то неугасимый. На это оппоненты возражают, что неугасимый огонь обозначает огонь, который невозможно погасить, то есть ему невозможно противостоять. Они считают, что здесь говорится не о бесконечности процесса, а о том, что он совершит все необходимое Богу. То есть на любой аргумент с одной стороны находится контраргумент с другой стороны. Сторонники традиционного взгляда цитируют и книгу Откровения, 14 глава, 11 стих. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Традиционалисты указывают, что мучения будут во веки веков, днем и ночью. Оппоненты же видят в этих словах не бесконечность мук, а полное, тотальное истребление врагов Бога. Также традиционалисты ссылаются на слова апостола Павла, который во втором послании к Фессалоникийцам пишет следующее. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной, погибели от лица Господа и от славы могущества Его». И вот традиционалисты подчеркивают, а погибель-то вечная. На что оппоненты возражают? Вечность – это не бесконечность. Вечность – это там, где нет времени в нашем земном понимании. А там, где нет времени, нельзя утверждать о бесконечности адских мук. Тогда традиционалисты спрашивают, получается, и вечная радость в раю – это тоже что-то не бесконечное. На это оппоненты отвечают словами апостола Иоанна. «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». И вот таким образом эти споры тоже вечные. Главная же претензия к традиционалистскому взгляду такая – как можно наслаждаться и радоваться в раю, зная, что твои неверующие друзья и неспасенные родные будут бесконечно мучиться в аду? Да и как вообще Бог, заранее зная, что какой-то человек в своей жизни изберет зло и отправится в нескончаемую муку, может дать такому человеку земное существование? Разве такой Бог может быть любовью? Традиционалисты на это отвечают, нельзя подходить к Богу с нашими земными мерками. И опять этот спор бесконечен. Теперь давайте поговорим, кто из отцов церкви излагал традиционный взгляд на адские муки. Традиционный взгляд потому и назван традиционным, что является самым распространенным. Множество ранних богословов и апологетов придерживалось его. Еще Тертуллиан учил, что человеческая душа бессмертна, поэтому если мы следуем праведным путем, то получим вечную жизнь. Если же мы выберем нечестивый путь, то получим вечное наказание. Традиционалистский взгляд на адские муки изложен и у блаженного Августина, и у Иоанна Златоуста, и у многих-многих отцов церкви. Все они видели в этом предостережение для верующих и стимул для людей покаяться и жить по заповедям. Тут важно кое-что добавить. Хотя католическая церковь придерживается традиционного взгляда, но у них есть свое добавление, которое называется пургаторий, что в переводе с латыни означает «чистилище». Чистилище – это временное состояние, когда души некоторых умерших верующих все еще нуждаются в полном очищении от грехов. Эти души проходят через очистительный огонь и таким образом как бы окончательно подготавливаются к входу в рай. То есть чистилище – это временное переходное состояние некоторых душ. Для обоснования учения о чистилище католики ссылаются на вторую Макиавейскую книгу, которая у них считается второканонической и входит в Ветхий Завет. И вот прочитаю из этой книги 12 главу.
Сделав же сбор по числу мужей до 2000 драхм серебра, он, здесь говорится о священнике Иуде, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех. И поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за мертвых умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. И вот этот текст является одним из ключевых в поддержку идеи очищения души после смерти. Здесь говорится, что священник Иуда принес жертву за усопших, чтобы они были окончательно освобождены от греха. Обычай молиться за умерших в христианстве зафиксирован уже во II веке, а служение литургии за умерших в III веке. Для обоснования существования чистилища католики ссылаются и на канонические книги Библии, например, на слова апостола Павла. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Видите, Павел пишет, что огонь испытает качество дел верующего. И если чьи-то дела сгорят, то он потерпит ущерб, но сам будет спасен как бы из огня. И вот под этим огнем, из которого некоторые спасутся, католики и подразумевают чистилище. Об очистительном огне писали разные богословы ранней церкви. Например, вот слова Кирилла Александрийского. «Наименьшее терпение чистилища больше, чем величайшие страдания на земле. Все страсти мира, которые свет может придумать, бальзам по сравнению с самым малым наказанием в чистилище». Учение о чистилище постепенно оформлялось в католической церкви. Для обоснования этого учения католики приводят и слова Христа из Евангелия от Матфея. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта», то есть до последней мелкой монеты. Вот этот текст католики толкуют аллегорически. Они видят здесь временное посмертное наказание за грехи перед вхождением в рай. То есть некоторые души пройдут процесс очищения, как бы полной расплаты перед вступлением в божественное присутствие. Интересно, что православие, хотя и признает необходимость молитв за умерших, но при этом отрицает существование чистилища. Второй взгляд на ад называется универсализмом. Универсалисты верят, что в конечном итоге все души будут спасены и примирены с Богом независимо от их земной жизни. То есть каждая душа в итоге достигнет спасения, даже если она была злой и во время земной жизни не верила в Бога. При этом одни универсалисты верят, что благодаря великой милости Бога все люди избегут наказания, ведь Христос умер за всех. Этот взгляд современных сторонников гиперблагодати. Но при этом надо заметить, что это все-таки малораспространенный взгляд в христианском мире. Намного более популярен классический универсализм. Классические универсалисты считают, что спасутся не только праведники, но и грешники. Просто нечестивые души пройдут процесс наказания за земные деяния, ну и в итоге спасутся. Они верят, что души грешников не могут сразу попасть в рай, поэтому должны пройти через искупительный огонь Божьего суда. Этот огонь постепенно очистит их, и в итоге каждый будет спасен. То есть для них ад – это не окончательный приговор, а как бы временное наказание. А цель наказания – это исправление. Это как сажают в тюрьму на какой-то срок для исправления. Если же страдания бесконечны, тогда в них нет никакой пользы, считают универсалисты. Чем-то этот взгляд схож с верой в чистилище. Только католики верят, что лишь души верующих, которые были недостаточно святы для рая, спасутся, пройдя через чистилище.
А универсалисты верят, что не только плохие верующие, но даже неверующие грешники спасутся, пройдя через очистительный огонь ада. Часть универсалистов верят, что даже дьявол и падшие ангелы в конечном итоге обретут спасение. Универсалисты полагают, что традиционные представления о бесконечных муках в аду рисуют не любящего и милостивого Бога, а какого-то садиста и монстра. По их мнению, вечные адские муки недопустимы с нравственной позиции. «Как можно наслаждаться в раю?» – кричат универсалисты, зная, что в это время кто-то вечно мучается в аду. Они уверены, что грешники, пройдя через огненные страдания, осознают величие Божьей любви, примут ее, будут очищены и получат вечную жизнь. Они считают, что муки названы вечными не потому, что эти муки бесконечны, а потому, что после смерти душа входит в сферу вечности, где не существует времени. Поэтому и страдания там вечные, не в плане бесконечности, а потому, что происходят в ином мире. Сторонники универсализма опираются на ряд библейских текстов. Например, приводят слова апостола Павла. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». «Бог стремится к спасению каждого человека», подчеркивают универсалисты. Неужели стремление Бога окажется напрасным? Разве Бог не всемогущ, чтобы совершить все, что хочет? Оппоненты на это возражают, что всемогущество Бога ограничено его справедливостью. Универсалисты отвечают, что премудрость Божья найдет выход в любой ситуации. Также они приводят слова Павла о Христе из послания к Колоссянам. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». И вот этот отрывок толкует как указание на универсальное примирение всего. Не просто чего-то, а всего через Христа. В работах некоторых богословов ранней церкви есть учение об апокатастасисе. Апокатастасис переводится с греческого как «восстановление». Ряд отцов церкви связывали восстановление всего со всеобщим спасением. Учение о всеобщем спасении историческими церквами официально не признается, в отличие от некоторых протестантских деноминаций. Но неофициально идея апокатастасиса признается рядом известных православных и католических богословов. Например, заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов склоняется именно к этому взгляду. Универсалисты приводят слова Павла из послания к римлянам. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так и правдою одного всем человекам оправдание к жизни». И вот универсалисты также видят в этом стихе идею о том, что действие Христа оправдывает каждого человека. Вот еще одно место, которое используют сторонники универсализма. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И вот сторонники универсализма видят здесь указание на всеобщее воскресение к жизни. Благодаря жертве Христа все, абсолютно все оживут, только некоторые сразу, а другие пройдя через наказание в аду. Также учение о всеобщем спасении видят в послании к Тимофею, где сказано: «Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». То есть Бог – Спаситель всех, а наипаче, то есть особенно верных Ему. Получается, и неверных тоже, хоть и не особенно. Так вот, учение об универсализме мы находим у многих богословов ранней церкви. Климент Александрийский допускал конечность адских мук и возможность покаяния дьявола и всех грешников. Он предполагал, что адские муки могут быть очистительным огнем для падших ангелов и людей. Ориген, один из самых известных ранних христианских теологов, поддерживал идею универсализма. Он считал, что через процесс очищения и исправления все разумные существа в конце концов достигнут спасения. Григорий Ниский также высказывал мнение, поддерживающее универсальное спасение. Он утверждал, что Бог в конечном итоге примирит каждую душу с собой. Исаак Сирин
известный своим учением о милосердии Господа, писал, что всемогущество Божьей любви приведет всех ко спасению. Многие другие богословы ранней церкви высказывали похожие взгляды. И Григорий Богослов, и Афанасий Великий, и Епифан Кипрский, Максим Исповедник и многие-многие другие. Наш известный религиозный мыслитель Николай Бердяев писал об этом следующее. «Не могу я представить более мощный и неотразимый аргумент в пользу атеизма, чем вечные муки ада». И вот еще цитата из его работы. «Ад есть, но он временный, а не вечный». То есть, в сущности, он есть чистилище. Временный ад всегда есть лишь чистилище и приобретает значение педагогическое. Видите, Бердяев тоже указывает на некоторое сходство универсального взгляда с католической верой в чистилище. Только универсализм намного более широкое понятие. Универсалисты верят, что абсолютно все творение, все и небесное, и земное соединится под главой Христа. Также Николай Бердяев писал, невозможно примириться с тем, что Бог мог сотворить мир и человека, предвидя ад, что Он мог предопределить ад из идеи справедливости, что Он потерпит ад как особый круг дьявольского бытия наряду с Царствием Божьим. С божественной точки зрения это означает неудачу творения. Ад, как особая сфера вечной жизни, совершенно нетерпим, немыслим и просто несоединим с верой в Бога. Бог, сознательно допускающий вечные адские муки, совсем не есть Бог. Он скорее походит на дьявола. Вера в Христа, в Христово воскресение и есть вера в победимость ада. Вера же в вечный ад есть, в конце концов, неверие в силу Христа, вера в силу дьявола. Видите, Бердяев не мыслит сосуществование вечное ада и рая. То есть наличие вечного ада рассматривается универсалистами как неудача Бога и его озлобленность. Поэтому в такой ад они не верят. Оппоненты этого взгляда возражают. Получается, Бог напрасно побуждает верующих поститься, молиться, терпеть скорби, лишения. Ну, если в любом случае все спасутся, зачем же нам жить праведной жизнью? Универсалистов критикуют за то, что они исключают справедливый Божий суд и говорят о всеобщем спасении после смерти. В доказательство приводят притчу о богаче и Лазаре, когда богач из ада не мог перейти в рай. Универсалисты оспаривают это тем, что данная притча была сказана до Голгофы, а после воскресения, благодаря крови Христа, все войдут в Царствие Небесное. Ведь Христос же сошел в ад и опустошил его. При этом универсалисты предупреждают, что даже если пребывание в аду не вечное, а всего лишь миг, этот миг все равно будет ужасным. Поэтому не надо расслабляться. Теперь давайте перейдем ко взгляду тех, кто считает, что человеческая душа не бессмертна. Третий взгляд на ад называется аннигиляционизмом. Термин аннигиляционизм происходит от латинского слова «annihilare», что означает «обращать в ничто». Аннигиляционизм – это вера в то, что неспасенные души после смерти не будут вечно страдать в адском пламени, а будут навсегда уничтожены Богом. Вечных мучений для грешников не будет, поскольку Бог не садист, так считают они. Грешники просто как бы перестанут существовать. Так Бог окончательно устранит зло и полностью навечно его уничтожит. Бессмертие же – это особый дар, связанный со спасением. То есть Бог не спасает бессмертную душу, а Бог спасает смертную душу, даруя ей бессмертие. До этого мы говорили о традиционном взгляде. Так вот, традиционалисты уверены, что любая душа бессмертна, поэтому невозможно полностью уничтожить человека. Аннигиляционисты же думают иначе. Они считают, что бессмертие – это дар божественной благодати, который дается только благодаря вере в Иисуса. Бессмертие не является природным свойством человека. Аннигиляционисты уверены, что вечными являются последствия ада, а не его продолжительность. Согласно данному взгляду, смерть – это как бы сон в могиле, ожидание воскресения, которое будет либо к вечной жизни, либо к окончательному истреблению. То есть ад не является местом, куда отправляются души грешников сразу после смерти. Ад понимается как озеро огненное, в котором нечестивые будут истреблены в конце земной истории.
Это и есть смерть вторая. Как и универсалисты, аннигиляционисты считают, что благость Божья несовместима с бесконечными страданиями грешников в аду. Этот взгляд получил распространение среди некоторых протестантов, например, среди адвентистов седьмого дня. По мнению церкви адвентистов, на короткий период нераскаявшиеся грешники будут воскрешены для обвинительного приговора. Затем сойдет огонь с небес, и сатана, его падшие ангелы и нераскаявшиеся грешники будут навсегда уничтожены. Похожих взглядах придерживаются и свидетели Иеговы. На какие же места Писания ссылаются сторонники аннигиляционизма? Давайте прочитаем некоторые из них. Откроем книгу пророка Малахии, 4 главу. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющих перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». И вот эти слова пророчества толкуют как указание на тотальное уничтожение злых. Они станут просто пеплом, прахом. Также аннигиляционисты ссылаются на 16 стих книги пророка Авдия, где говорится про злых, которые будут поглощены и будут, как бы их не было. Как бы их не было, значит, они просто исчезнут, так утверждают аннигиляционисты. Также приводят слова из второго послания к Фессалоникийцам, первой главы. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». И вот слова «вечная погибель» толкуются ими как «вечное уничтожение», а не «вечные муки». В словах Христа о том, что не следует бояться тех, кто убивает тело, но не может убить душу, а надо бояться того, кто, смотрите, может и душу, и тело погубить в гиене, тоже видят указание на полное уничтожение грешных. Впервые об этом учил раннехристианский богослов и апологет Арнобий Старший. Он был известен своим произведением против язычников. Хотя этот взгляд не так популярен, как предыдущие два, но тем не менее разные теологи в истории церкви его придерживались. Например, этот взгляд защищал такой видный богослов, как Джон Стотт. Итак, мы рассмотрели с вами три взгляда, каждый из которых ставит акцент на какой-то грани Бога. Традиционалисты ставят акцент на том, что Бог справедлив и свят, поэтому будут вечно наказаны те, кто отверг Его. Универсалисты ставят акцент на том, что Бог любящий и милостивый, поэтому наказание нечестивых не будет длиться вечно, и Бог, в конце концов, спасет всех. А аннигиляционисты ставят акцент на Боге, как на Создателе, творящем все новое. Он окончательно уничтожит всякую тьму и создаст все новое. Есть еще и четвертый взгляд на ад. И если первые три взгляда можно проследить во всей истории церкви, то последний является более современным. И вот так, четвертый – это символический взгляд. Некоторые современные теологи предлагают понимать ад не как какое-то определенное место, а как метафору, как символическое описание отдаленности от Бога. То есть ад – это не место страшных мучений и не полное уничтожение тьмы, а состояние отсутствия Бога. Это состояние полной изоляции от божественного присутствия. Состояние, когда человек лишен возможности испытать любовь, милость, благословение и любое другое проявление божественного. И именно в этом состоянии символисты и видят наказание и страдания для души. Так на ад смотрел знаменитый писатель Клайв Льюис, автор «Нарнии». Он представлял ад как логическое и неизбежное последствие выбора, сделанного душой, отвергающей Бога. В его работах ад изображается как состояние уединения и самоизоляции. На какие же места ссылаются приверженцы символического взгляда? Да, на все те же самые места Библии, просто они толкуют их как метафоры.
Вот, например, второе послание к Фессалоникийцам, первая глава, но я прочитаю по новому русскому переводу. «Они будут наказаны вечной гибелью, будут навсегда отдалены от Господа и от славы Его могущества». И вот сторонники символизма считают, что библейские описания ада больше связаны с духовными уроками, а не с физическими реалиями. Вот мы и рассмотрели четыре основных христианских взгляда на ад. Предвижу, что обязательно в комментариях зададут вопрос: «Виктор, а какое у тебя мнение, какой ты взгляд считаешь правильным?» Но это не проповедь, а программа, которая называется «За гранью проповеди». Тут я стараюсь показывать разные взгляды. Мы почему-то убеждены, что любая проповедь, любое учение должны заканчиваться на восклицательном знаке. Но Иисус не боялся оставлять людей с вопросительным знаком. Его слушатели порой уходили с вопросом, а что он имел в виду, о чем он говорил, о чем была эта притча. Порой уйти с вопросом важнее, чем с готовым ответом. Как я сказал в начале передачи, размышления, вопросы не разрушают веру, а укрепляют. Они помогают нам что-то пересмотреть, что-то изменить, а в чем-то и утвердиться. Главное, что я хочу донести, не надо обвинять в ереси сторонников иных взглядов, тех, кто иначе смотрят на те или иные места Писания. Не надо с пеной на губах бороться с иной точкой зрения. Как говорил наш удивительный мыслитель Григорий Померанцев, дьявол начинается с пены на губах ангела, сражающегося за правое дело. Когда для нас абсолютно ясны вопросы, о которых разные христианские мыслители спорили веками, это говорит не о нашей зрелости, а о юношеском максимализме. Друзья, в комментариях под этой передачей пишите ваши мнения, ваши взгляды на эту тему. Пишите вопросы, которые вы хотели бы поднять в следующих программах. Всем благословений!